Всем привет! Сегодня у нас 2 августа 2020 года. Украина, город Кременчуг. Вот хочу показать сорт абрикоса Крымский Амур, как перенес весенне-возвратные заморозки в минус 9. У нас, кто не знает, 1 апреля в 2020 году был очень сильный заморозок до минус 9. Как раз большая часть абрикоса уже цвела. И после 1 числа, около полторы недели, были заморозки. 1,5, 2, 3, 4 мороза. И длились около полторы недели. Абрикос, конечно, пострадал очень сильно. Многие сорта. Так же самое и этот сорт пострадал. Но плоды все равно есть. Мороз его очень сильно пронормировал. Сейчас хочу показать. Они в листве, но плоды висят. Сорт считается среднепоздним. При такой нормировке морозом плоды получились очень крупного, шикарного качества. Их, конечно, немного, но размер очень хороший. Сейчас мы их нарвем. Гляньте, какие красавчики. Нарвем, положим на весы, продегустируем в этом году. Я сейчас покажу примерно нагрузка какая на дерево. Так. Вот абрикос висит, он весь в листве, его плохо видно. Ну, я его все равно сегодня буду обрывать весь, и будем мы кушать. Гляньте, какая. Размер я не знаю. Так на вид где-то грамм 80-90, возможно, крупнее. Вот, и на нижних ветках тоже висят плоды. На солнышке, кстати, может быть вот такой вот румянец у данного сорта, вот легкий, незначительный, где резкость. То есть получается, если этот абрикос нормировать, то плоды выходят неплохого размера. Вот тут где-то на дереве около ведра максимум висит, то может чуть-чуть меньше даже. Шарики хорошие. Подвой, кстати, Pumi Select, но все равно при маленькой загрузке, то есть можно видеть, какие плоды. Сорт этот очень вкусный, сладкий. Я его советую всем. Требует как минимум 2-3 обработки. Вот клястер аспариоза, потому что вот есть, видно, поражение незначительное было весной. Ну, тут еще. Вот так вот. Так, давайте посмотрим, какой вес плодов. Плоды очень шикарные, нарядные, плотные, можно перевозить их. 113. 119, 129, о, вообще крупные. Ну, мороз пронормировал, то, конечно, класс. 114, 140 грамм, наверное, самый большой. Гляньте, какие классные кабаны. Сорт называется абрикоса Крымский Амур. Сорт отличных вкусовых качеств, товарный, ну, класс. При нагрузке, я не помню, в том году у меня вес был, да, наверное, до 100 грамм. Я уже не помню, я видео снимал. Так, давайте тут посмотрим. То есть плоды все шикарного размера. Я специально показываю не один плод, а большинство, чтобы вы увидели, какой может быть размер у данного сорта. Сорт среднепоздний, 132 грамма. Не шикарный плод. 124, 123, ну, в среднем вес его при загрузке, наверное, будет грамм 80. Это просто нормировка была такая. 123. Размер отличный, товарность очень красивая. Такие
чистенькие плодики, требуют как минимум 2-3 обработки от грибковых заболеваний весной, перед цветением, после цветения. Так, давайте сейчас обработки, которые я делал по абрикосу, я оставлю ссылку в описании, можете ознакомиться, посмотреть, кому интересно. Так, давайте разрежем. Такая вот мякоть. Косточка у этого сорта, кстати, да, отделяется. Она свободная полностью. Дерево переспевшее, то есть воды переспевшие могут частично осыпаться. Так вот, ой, упал, ладно. Так, а ну давайте попробуем вытащить косточку. Вот смотрите, косточка, она лежит свободная. Вот такая вот. Так, а ну-ка, давайте посмотрим по соку данный сорт. Сок есть, но в средней степени. Косточка выпала. Давайте попробуем по вкусу. Чисто сладкий вкус. Очень приятный абрикосовый аромат. Шкурка хрустит. Шкурка не ощущается, шкурка не кислая, без кислоты. Отличных вкусовых качеств. Я советую этот абрикос всем, кто любит поздние сорта, среднепоздние, крупного размера и со сладким вкусом и абрикосовым ароматом. Вот, пожалуйста, вам сорт. Кто посадит, я думаю, не пожалеет. Тем более хорошо, ну не хорошо, тем более неплохо он перенес весенне-возвратные заморозки. Хорошо перенес абрикос априум, весенне-возвратные заморозки. Этот абрикос повредился, он свел обильно, но завязалось плодов не сильно много. То есть деревца, ведро абрикос я снял. Но деревцо, напомню, селекте, деревцу там, или 3, или 4 года. То есть с меня ростом. И в объеме 1,5 метра максимум. То есть деревцо маленькое. Это не то, что здоровое дерево, и там ведро абрикос всего лишь. То есть такой сорт. Есть черенок на продажу этого сорта. Кого заинтересовал сорт, звоните, пишите. Будем отсылать на летнюю прививку, на окулировку. И на зимнюю тоже прививку будет этот сорт. Я думаю, там прирост неплохой у него. А так, кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание. Всем пока.